Ко мне? Чтобы пленку со своего автомобиля вот так содрать, нужно выполнить ряд простых условий. Во-первых, эту самую тонировочную пленку надо купить. Минимальная цена 400 рублей. Правда, абы какую брать нельзя, нужно только ту, которая снижает светопропускаемость процентов на 30. После пленку приклеить и продержаться ровно до первого поста ДПС, где светопропускаемость стекол автомобиля измерят специальным прибором тоник. И если показатель меньше 70%, то пленку придется сорвать самому. Конечно, это скорее из категории вредных советов, потому что за это обычно грозит штраф. Законодательством Российской Федерации за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, штраф которой составляет 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудника полиции согласно части 1 статьи 19.3 КОАП законодательством также предусмотрено наказание вплоть до административного ареста сроком до 15 суток, либо административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Арест – это для, так сказать, рецидивистов, тех, кого штрафы уже не пугают, они продолжают регулярно тонироваться. Мера, конечно, крайняя. В ходе проведения мероприятия к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобилей были привлечены более 100 водителей. Им назначено административное наказание. 108 за этот рейд, еще столько же за прошлый. И нарушителей, в общем, хватает, говорят в госавтоинспекции. Загадка для инспекторов остается вот что. Есть же рецидивисты. А последствия тонировки авто они знают. Все равно придется растонироваться. Или на месте остановки, или в течение суток. Но повторный штраф таких может и отрезвить, считают в ведомстве.